Всем привет, меня зовут Виктор Блуд. В своем телеграме я обещал вам программу тренировок на брусьях. И сегодня утром я ее написал, и прямо сейчас я ее буду тестировать. Несмотря на то, что на улице снег, пляжный сезон уже скоро, поэтому он также будет нести пляжно-летний такой характер. Снег растает быстрее, чем жир на ваших животах и жопах, поэтому последние денечки накачаться, ловим моменты. Сегодня я покажу вам как. Программа специально для занятых, для тех, у кого нет времени, у кого нет железа, у кого нет денег на зал, вообще ничего нету. Вам понадобится только двор и 10 минут времени. За 10 минут накачать красивый верх, ну а низ верхним шорты оденем. Небольшое пояснение. Вам потребуется, как я говорил, 10 минут. И осуществляем работу каждые 2 минуты. Проще говоря, это ММ, но непростой. Ваши старты в минутах 0, 2, 4, 6, 8, 10. Помимо брусьев и турника вам понадобится еще и таймер. С нулевой по вторую минуту вы должны осуществить 20 брусьев и 10 турника. Остаток времени вы отдыхаете. Со второй по четвертую 16 брусьев и 10 турника. С четвертой по шестую 12 брусьев и 10 турника. С шестой по восьмую 8 брусьев и 10 турника. С восьмой по десятую 4 бруса и 10 турника. Проще говоря, каждые 2 минуты наши брусья уменьшаются на 4 повторения, а турник у нас фикс прайс. Вот в этом и будет вся основная сложность. Сейчас я буду испытывать эту штуку на себя. Давай. Ну что, трепещите, ребята, которым надоели видео по одной минуте, это целых, наверное, 15 со всеми объяснениями. Ну, я надеюсь, поняли, что оставшееся время вы отдыхаете на следующие 2 минутки. Отдыхаем. Мы отдыхаем? Да. Нажал паузу? Нет. Чё ты? Подходы к подходу я, наверное, все больше и больше, как облачко. 8.
Всю жизнь подтягивает. Постараюсь не убить. Меня тоже такие люди бесят. Шире. Отдыхаем. Нажал. Ну вот, как вы видите, к лету готов, к пляжу готов. А, все цыпочки мои. Готов к лету круглый год. На самом деле, если вы не мамкин турникмен, который сутками болтается на перекладине в дворе, не работает, не имеет больше ничего, кроме турника, то, возможно, для вас этот комплекс и ничего не даст. Но я говорю про обычных людей, которых, вес которых чуть больше среднего барана, то есть там от 80 и выше, и кто не ночует на турниках. А так, в принципе, можно масштабировать, варьировать, вешать на себя вес какой-нибудь маленький, незначительный. 10 минут времени, турник, брусья, таймер, руки вверх в говно. Всем спасибо.